Кстати, как будто заманивают на самом деле. Я бы сюда еще лазер добавил, если ты не против. Я думаю, лазера тут точно вот не хватает. На эргономике этого чудо 23. Ну, типа, делаешь такой видос на полном серьезе такой, типа, вот топ weapons in the Tarkov, там, все дела. Топ секретная сборка. Да, топ секретс. Просто показываешь вот это. А еще хороший геймплей с ней снять, чтобы люди вообще подумали, типа, че, блядь? Может, тоже попробовать собрать, побегать с такой? На тропе кто? Я на тропе. Кто, блин? Он по мне с мощенки. Убил? Я тут машинист. У нас стоит один? Да, не скала, насыпь меченая. Убил одного Юсека. Один закрытым сейчас. Вижу, вижу, вижу. Убегает. Дал ему хит. Блин, ну а там при смерти должен быть. Ты ему в спину дал? Я видел силуэт, ты силуэт кидал. Если ты в спину попал, он должен быть мертвый, потому что я ему как раз горбину засадил. По ногам мне попал. Левее, левее, смотри. Он не внизу, а перед спуска. Кто у меня сейчас в кустах сидит? С закрытым. Не мы. Убил! Ёптыч! Блин, я думал, это ты сюда. Голову сейчас чувствую, словлю. Надел каску, а сейчас вот. Ой, ядрит, а тут челик-то бодрый. Да. Они тут все плюс-минус нормальные. С Адарычем все дела, каким хорошим. Снайпер. Я его спрыгнул. Он может оттуда пикаться. Или там ЧВК сидит? Там ЧВК сидит? Да ну нахер. Здорово, чел. Ну, чел. Ты. А, вижу тебя. У-ху-ху. Блять, он смотрит на меня. Не смотри. Что, зачем кот в ногу попал? Попал, смотри-ка. Я думал, все, сейчас мне хана уже. У меня скорострельность ниже. Отсюда ДПС хуже. Сороковой. Хорошо. Блять, еще один, что? Две фулки сидели на выходе. Оба пробежали, да? Да, А, вижу. Один минус. Вижу. Справа от тебя, прям вот первая комната. Да-да, я понял. Это не простреливаются, да, ты грёбный? Минус. Ну, вроде должны простреливаться, я вроде как убивал, но они очень тяжело простреливаются. Первым делом, конечно, чел не пошел мстить за друга или искать хорошую позицию. Сначала, сначала открыл меченку, да, полутал. Потом уже все остальное. Тут дел каску. Это, кстати, тоже с ЭКМом такой же, 45-й. Мне хана чат. На.
sure we do a clean sweep. Один ушел, один в углу сидит слева. Да. Что там твоего друга? До свидания. А вы говорите, гранат мало. По-моему, этим как раз гранат было достаточно ребятам делать с ними страшные вещи. Он, кстати, на пешках даже, видите? Вот 48-й, 42-й. Там еще один лежал. Да ну на. Чисто отдыхает, стоит. Маленький, да? О, малыш, 6-й уровень. Наверное, пошел чай делать. Я, может, налил немножечко чайка тут. По мне дробовик. Сзади у нас сидел на первом. Там АПшки, за броневой урон, все дела. Только что мы его не слышали опять, тут очень интересно. Выход танк есть? У меня черик тут. Я на квадрате. Убил. Еще. Полки, убил. Два этих, два шлема килла минус. О! Волты не челик! Сюда, бля. Да ты шо, чел? What? Ай, не урчи. Нет, так-то прикольная, конечно, тема, да, так вот. Какой приятный молодой человек. Я в Меченке, если чё, не у тебя. Нет, я тут. Не живой. У тебя херово всё? Ну, у меня рашит, наверное. У меня тоже Тима. Двоих убрал, да. Ты как? Я нормально. Где? Пробиваюсь тебе помогать. Ага, крадется. Где он?
Там же, в проломе, у душевых. Вышел на улицу. Убил? Не знаю, нет. Они зашли обратно в пролом. Одного убил? Я в проломе. Прыгает кто? Прыгает он, да? Я прыгнул, фонарь мой, видишь? Вижу. Пошел второй этаж. Блин, должен быть второй вроде. Ты не убивал никого? Нет, я поднимаюсь на крышу смотреть его. Это они пришли с этого, куда мы собирались идти. Смотрю, клановый нет. Вроде одиночка. А у меня нет ключа, по-моему. О, зато есть фара. Где? Сюда. Вспышка. Мне показалось, голова торчит. Голова вот она торчит, с другой стороны. А, травячок. Я заслышу, там он хавает таблетки. Здесь? Туря. Кажется, тут сидит. Да. Ага, убегает. Что делаешь? Я убил. Типа с эмкой тоже убил. Ты на камнях, да, выбываешь? Угу. Ну как чтобы снайперить, скажи мне? Ходишь с вектором, все выбываешь? Со снайперским прицелом? Да? Это же всеядное, как сказать, оружие. Не имбалансное, хорошо сбалансированное, между прочим. Прячешь на стене того. Да. Полтинничек просто. Иголки, девятки. Все прекрасно. Деков. Новые ясеки? Да, новые ясеки, ящики. Угу. Так, ладно, пойду на скалы, которые не залетели внутри. Это он тебе или ты ему прокидываешь? Я запрыгиваю к тебе. Ты на самом верху, да? Да. Ты я поднялся. Он не тупо домой. Я слышу. Два даже, что ли? Три. Я на философском сбегаю. Ты где? Над времянками камень. Вижу тебя на философском. Вижу челика с Ремингтоном. Где? Минус. Ремингтон 2. Смотрим, кто левел. Парень, шайтан, ютуб. Тайм шайтан. Да, с ютуба там вот это вот, которого не зовут на соревнования. Ноунейм с ютуба, пацаны. Да, ноунейм там есть такой. Его аж завернуло назад, бедно. 33-й. Кстати, как будто заманивают на самом деле. Попал. Так, где?
Подбегаю к двухе. Ты быстрый, слышишь? Софтер, что ли? Страйкболист? Да, софтер. Софтер, баскетболист. Так, у меня уже есть трёхи люди. Тебе. Они у трёхи? Да, да, да. Минус один. Ой, стамина нет. Зашел в шаурму, хиляюсь. Ты в шаурме, да? Да. Может, у тебя бронь забагалась? Скинь ее, возьми обратно. Она тебе, возможно, вообще не считается. Второй этаж, окно справа. Шо, хэд залетел? Да ладно, а ну-ка. Тебя точно забанят. Сюда бан. А, гранатку. Ходит в туалете. До сих пор. Минус. Еще на втором должен быть черик. На втором. Фонарь на втором. Поймешь, где кину гранат. Блять, стоят, как обычно, за шкафом. Ты выжил, нет? Да, 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 да. По-моему, ты ранил кого-то сейчас. Ой, ебать. Все, 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 не кидай, не кидай, не кидай. Ты походу страйк гранатой выбил. Да? Да. Поднимайся. Смотри. А погоди, я этого с калаша убил? А, это я страйк убил. Эх. Я думал, ты как-то зарандомил через кухню грену туда, да. Кажется, я их убил как-то. А третий, это интересно, пустой или кто там я сидит? Я не смотрел, у меня грант нет, поэтому... А там жмуры, кстати, валяются. Прямо у меченьки жмуров очень много. Дал хае. Хае закатил вдаль. У меня хае отпрыгивает от воздуха, сервак лагает. Я на второй спуске. Блять, просто отскакивает, сука, от воздуха и все. Кепку. Вот блять, мертвый. Шо? Ты убил? Нет, это не я. Кто там стрелял? Я стрелял, но я не убивал. А что тут столько трупов? Можно, пожалуйста, это? Да я работал, бота убил. Можно уборщиков сюда призвать каких-нибудь. Ты у меня на третьем? Да, да, да. Так, ратник. Иди. Ратник ГЛ убил одного. Да? Да? Айсет какой-то, да, РГД-5 с тобой взорван. Стоячего, что ли? Нет, это нет, стоячий вообще другой. РГД. Ясно. Нет, двое у меня. Сейчас будут переходить. Дальняя перебежка. Ой, как красиво. Бил? Да, синхронно прямо легли. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.